Доброго вечера, доброго времени суток. Сегодня я делаю творожную ватрушку королевскую. Я уже сделала первый слой, посыпала, вылила творожную начинку. Форму не стала ничем смазывать, просто застелила пергамент. И вторую часть, вот тесто у меня основное. Все, наверное, знают этот рецепт. Я его вот так засыпаю вторым слоем. И поставлю в духовку на 210 градусов до приготовления, наверное, на 20 минут. Сейчас я все высыплю и поставлю уже вот запекаться. В разъемную форму не стала делать, потому что разъемная форма маленькая. У меня 18 сантиметров. И пирог будет маленький, поэтому... Есть такая у меня хорошая форма, большая, которую я вот в фикс-прайсе покупала. Она хорошая. Я тут недавно делала уже пирог морковный делала, ну и дрожжевой делала, всякие пироги делала. А сегодня я постелила, не стала смазывать, постелила пергамент. У меня духовка еще не нагрелась, духовку я сейчас включила. Она нагреется, и я поставлю пирог. Да вот такой вот творожная ватрушка, пирог из 90-х, немножко подымется. Вот, такой пирог будет. Хороший будет пирог. Мы такой любим, но давно не готовили, поэтому творожок тут оставался у меня, и я решила испечь пирог. Вот. А пергамент у меня вот такой силиконизированный, это я покупала. Вот такой силиконизированный, очень хороший, с силиконизированной пропиткой. Он кондитерский для, ну, для всего. Я и рыбу запекаю, и мясо, и ничего не пригорает. Это обрезочки, я их выпрошу. Вот так уже потом покажу, какой получился.